Вы не скажете, что происходит там наверху? Я последнее время стал плохо видеть. Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит. Мы с вами обсуждаем вопросы государственной важности. Господин дракон, безусловно, непобедим. Хотя злые языки говорят, что... Ну, что дескать... А кто у нас отвечает за злые языки? Разрешите? Слушаю. А злые языки говорят, что господин дракон потерял голову. А вы что говорите? Мы говорим, что дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу ее же пожеланиям. А злые языки что? Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице. Откуда же они все это видят? Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят. Ну что же, открытые окна будем закрывать.